Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и смотрите, что нам предлагают лептоклейды протостега, выведение лептостеги, вы видите лептоклейды и протостегу, ну точнее 40 уровня их создать, если быть точнее, чтобы провести слияние и создать лептостегу, ребята, вот так вот выглядит вообще шикарно, божественно, ну вот как она здесь нарисована, вообще must have, короче, супер-пупер круто, посмотрим, как она будет выглядеть в реальности. Ну еще у нас скидки есть 75% лаборатории синтеза, это круто. Проведите слияние. То, о чем я вам, ребятки, говорил. Вот еще день назад, а это я снимал отдельное видео, где говорил, что будет лептоклей плюс протостега, а еще до этого вот в обсуждении 3 дня назад я тоже предполагал, что это не может быть Архилон, что это должна быть именно протостега. В общем-то, и давайте вспомним, что у нас тут было за голосование, я даже запускал, ребятки, и большинство из вас проголосовало, смотрите, 1300 человек приняло участие, проголосовали за кранозавра. Ну, за кранозавра, а я говорил, что, ну, Архилон не может быть, он слишком редкий, в принципе, потому у нас вот так вот получилось, да, Архилон. То есть, ну, как видите, большинство из-за черепах голосовало за Архилона, 79%, потом шла псевдодерма и протостега. А вот, как видите, ну, тут было больше понятно, как я и говорил, по цвету, что цвет это не Архилон, а цвет протостегий, и в общем-то, панцирь тоже вот такой же самый, собственно говоря, как и у нашей протостегии. Еще вот эти вот шипы, вот как вы можете заметить, они точно такие же, как и у гибрида, вот здесь вот, такие же шипы. Ну что, немедленно мы идем, мы в гостевом аккаунте, и потому давайте мы сейчас сюда зайдем. Так, ну здесь просто у нас все есть, у меня может чего-то там не хватит, еды или еще не знаю чего, вдруг не хватит. Так, а подождите, у нас уже здесь создан этот гибрид, ничего себе! О, здесь даже вот, кстати... Да, как говорится, хозяин аккаунта уже здесь все для нас сделал, ребятки. Это, в принципе, даже хорошо, что слияние. Смотрите, как он классно выглядит. Вот 10-й левел. Вот 20-й. Блин, он даже на 20-м уже шикарно выглядит. Ну вот, да, на 10-м что-то цвета ему не хватает. Вот такой вот у нас 30-й. И вот божественный 40-й. Ну, в принципе, он не сильно отличается от 20-го. Просто добавилось чуть побольше шипов и чуть более таким выразительным стал панцирь. Так, а тебя можно как-то приблизить? Смотрите как. А, блин, вот эту фигню убрать бы. Жаль, что нам нельзя убирать. Ну, как бы по силе слабоват. Смотрите, ребятки. 1337 сила удара и 2156. Такие вот у нас, в общем-то, показатели сейчас. Но выглядит вообще шикарно. Вот. Он выглядит круче, чем Дунклеозавр. Вот уникально проработали. Он ни на кого другого не похож. Вот чтобы они всех так гибридов делали, было бы вообще просто супер, ребята. Так, ну что, мы тогда идем сражаться. Сейчас пойдем сражаться первыми там двумя, а потом вторыми двумя. Ну или потом вторым и третьим отдельно. 10-й, 20-й, сначала 300 и 620. Давайте будем смотреть, что у нас здесь есть, куда можно пойти, кем посражаться. Что здесь? Здесь у нас нет. Так, а здесь? А здесь водными. Ой, это интересно. Но хватит ли нам силы? Свирепость. Не, давайте по силе атаки сортанем. Хватит ли здесь хотя бы максимальной какой-то там... Да. Ну, 2000 очень мало, конечно. 1300. Но она против вот этих ребят пойдет. То есть последний бой, я думаю, мы сделаем вот здесь вот нашими лептоклейдами. Так, а может вот как-то сортануть? Рифовые, да. Вот по рифовым сортанем. Он чем-то похож на ромалиозавра, кстати. Вы согласны? То есть можно вот так вот будет сходить и всем навалять. Но сначала мы пойдем разминаться. Разминаться мы пойдем в ПВП. Ну, конечно, сложно назвать битву ПВП разминочкой, потому что это посерьезнее все. Так, атаковать рифовые. Давайте возьмем рифовых. Так, нам нужен 20-й и 10-й. Так.
Вот, смотрите, у нас есть. Возьмем, давайте, кранозавра. Лептостегу десятую. Хотя... блин, пойти тремя вот этими ребятами, ну это будет опасно. Опасно, ребятки, вот так вот пойти. Ну давайте. Что нам стоит? Если что, мы сможем любого из них освободить. Это же, в общем-то, не мой аккаунт. Здесь есть много денежек. Можно, короче, не париться по этому поводу. И у нас есть преимущество. 600, 300 и вообще мало. 600, 300 и вообще мало. Шикарно запомнил. Так, ну... если я сейчас проатакую, то он меня точно проатакует. Ну, давайте рискнем. Либо он меня сейчас убьет, либо я его. Ах, ты ж хитрый подлец. Ну, это он зря сделал. Я его сейчас, конечно, пробиваю. Смотрите, тоже красиво плеозавр выглядит. Но... Лептостега круче. Так, так и так, один. Оу, 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 это было больно. Так, вот так давайте сделаем. Он, конечно, по размерам маленький, как лептостега, но, наверное, сделали бы его побольше, было бы круче. Так, давайте я подменюсь. Почему подменюсь? Потому что Анхаблистиса пробивать будет побольнее. То есть, ну, у него больше жизни намного. Вот такой вот у нас парнишка. Давай! Ну, у него удар вообще там смешной. Сколько там было? 70, да? Но он суперкой зарядил нас. 770, ему в притирочку хватило пробить, но это, в общем-то, нас вообще никак не печалит. У него удар 40, ему хватило 8 ударов, видите, он как неплохо пробил. Бонус там чуть ли не 20-кратный получился на 8. А, ну прикольно, 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 как клюк, как у террор птицы какой-то. Мы рискнули пойти одними рифами, и мы победили. Так, а теперь, наверное, давайте мы все-таки пойдем вот сюда сражаться. Это как бы такая штука полезная. И давайте все-таки возьмем здесь атака, все существа рифов. Давайте пойдем здесь рифом. Если что, я как бы еще смогу их тут прикупить, скажем так. Лептоклейды, кранозавры. Вот, да, 20-й. То есть у нас тут два есть, допустим. Пойдет первый. Пойдет второй и третий. Вообще-то мы справимся? Да, справимся. Пойдем. Вот так. Так, кстати, я никогда не играл с этой кнопкой включенной, ускоренной, ну, в этой игре. Мне, по-моему, это как-то не прикольно. Но здесь, вы понимаете, нету смысла его Анхаблистиса пробивать. Если он не подменяется, то как бы мы сидим на попе ровно и ждем, пока он там нас как комарик кусает. И в один прекрасный момент, например, вот в этот берем раз, два, три, четыре, пять, да, у него, по-моему, один остался. И уничтожаем его. Это же шикардос, ребятки. Так, раз, два, три. Не посчитал, сколько это у него было, пофигу. Мы его пробиваем. И последнего хайнозавра, красавчика, тоже красивый динозавр. Ну, рептилия. Мы его сожрем тоже нашим подводной террор-птицей. Лептостега.
Классно. Ну, если бы он был вот побольше, вот было бы вообще шикарно. Я бы хотел, чтобы он был больше по размерам. Ну, как мозазавр, например. Вот так вот, вообще классно. Так, ну давайте смотреть, кто у нас тут дальше идет. Ну, в принципе, дальше тоже все нормально. У нас пойдет хайнозавр. Не, давайте дунки возьмем. Дунки. Хотя, смотрите, здесь дунклиозавр есть 40 уровня. Давайте его возьмем. Он как раз подменится. И там. И пойдем снова нашими парнишками. Дальше возьмем рифовые. Возьмем двоих наших. Или давайте его с умунозавром сравним. Ничего себе, сила удара 5300. Уничтожаем его просто сразу же. У нас в противниках остается два дунклиозавра. Но это избиение младенцев. 40-й дунклиозавр — это просто жесть. Так, ну, мы не будем спешить их, короче, уничтожать. Неплохо, неплохо. Так, давай ты съешь одного. А следующего съест самого жирного наш новый гибридик. Так, ну, максимально... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот это я сделал. Взял его и убил случайно. Блин, замечтался. Ну, это тоже красивенький, выглядит классно. Вот, как мне кажется, вот с наземными динозаврами не так сильно прорабатывают, как с подводными. Так, ну что... Да, здесь, конечно, нам не с руки будет особо. Ну, что поделаешь, давайте возьмем еще раз нашего гибрида. Только он пойдет, получается, первым у нас сейчас. Его нужно будет сразу подменить на кого-то водного. Пойдет плотозавр туда. Хотя... Дунклиозавр. Кого-то, ну, вот так вот давайте. Ам-нам-нам. Давайте его укусим. Это у нас Дали Харинхопс 345 уровня. Ну, кстати, нам же анимацию смерти тоже нужно было увидеть. Дунклиозавр. А чё-то я перестарался. Блин, чё-то я так не подумал. Он же меня мог только что уничтожить. Ай-яй-яй. Я думал, тут взял дунклиозавра 30-го, и всё, можно как бы очки больше не считать. Но нет. Вот со следующими двумя уже дунклиозавр разберется. Легко, а вот с этими, конечно, все не так просто было. 1, 3, я думаю, проатакуют. Атакуют на все три, это отлично. Мы сейчас его элементарно пробиваем. А, он не смог нас пробить. Это, конечно, ему печаль, беда. Соточка нас спасла. 105 очков. Ну что, давай, бакулитик.
как какой-то кинжал он выглядит. И у нас карт-бланш на дунглиозавра. Чуть из ракушки не выпал. Да, последний удар нанес, конечно, Дунглиозар, да, но мы сейчас пойдем посмотрим еще разок на нашего сегодняшнего героя. Ну, открыли Дедикуруса. И немножко баксов заработали. Делаем вот так, вот так. Вот так, вот так, вот так. И вот. Ну, смотрите, очертания, да, очень похожи. Ну, и ну и кранозавра сюда тоже можно вписать, конечно же. Похожие очертания. Да, и вот так вот выглядят наши твари. О, даже так можно сделать, смотрите. Опа. Опа. Опачки и опачки. Давай, 40-й. Вот какой красавчик, смотрите. Ну, клюв как реально у Фарракса какого-то или Келенкина. Вообще шикарная раскраска такая, многоцветная, классная. Не тяп-ляп и все готово, а над этой модели видно, что постарались. Ну что, ребятки, я тогда на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Кстати, не, давайте еще мы глянем, сколько же он стоит. Он стоит у нас 24 тысячи. Давайте мы одного купим и сразу выведем его. То есть надо же посмотреть на анимацию кормления. Мы же не видели, как он кушает. Так, я тоже, короче, тоже не видел. Давайте посмотрим. Но он, поскольку он маленький, он будет кушать только, конечно, мелкую рыбешку. Но он, смотрите, резкий как вообще... Капец, как не знаю что. Еще разок. Рыбешечка маленькая, да, это не так крупно. Кстати, новая жертва. Да я не. Мы же другую раньше рыбу кушали. Это, по-моему, новая пища, ребятки. Ну а теперь точно все. Нет, точно не все. Давайте прочитаем. Этот плезиозавр с хорошей броней питается ракушками и кальмарами. Ну, кстати, его клюв позволяет прокусывать ракушки, наверное. Лептостега означает тонкий покров. Такое имя отлично описывает его изящное... Это изящное существо с панцирем. Тонкий покров. Ну, блин, панцирь нельзя назвать тонким покровом. На поздних этапах эволюции панцирь лептостеги покрывается шипами, который отпугивает хищника. Но он не такой шибкий, мозазавр бы его бы просто прокусил и целиком проглотил. Передвигаться с таким тяжелым панцирем крайне сложно, но лептостега помогает невероятно сильный хвост. Я бы не сказал, что он какой-то медлительный, вы видели, он реактивный, как не знаю кто. Просто турбореактивный. Торпеда какая-то. Он, смотрите, очень резкий. Несмотря на свой панцирь, существо у нас очень резкое. Теперь точно все. Всем пока.